Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сангейтс начинает свою программу. Сегодня у нас вторник, 24 мая, в Чикаго 10 часов утра, в Москве 6 часов вечера. На связи у нас западный шаман Сергей Мельников, Россия. Сергей, здравствуйте. Рад всех приветствовать. Ну, у нас довольно много времени прошло с нашей последней программы. Какие-то даже там были, люди писали, какие-то были даже комментарии. У нас присутствовал в прошлом эфире один человек. Он относит себя к проповедникам. Ну, кому-то вот что-то не нравилось проповедничество, и кто-то как-то реагировал, в общем-то, по-своему. Но все мнения, я считаю, могут быть озвучены, как они воспринимаются, это дело уже, так сказать, другое, дело каждого человека, как он воспринимает эту информацию. Но главное – наше намерение. Наше намерение, как и для чего мы что-то делаем. Ну, могу озвучить свое намерение, центра Сангейтс, который вы можете, кстати, увидеть на www.sungatesradio.com, sungatesradio.com, и задать свои вопросы по скайпу sungates108, sungates — это солнечные ворота. Так вот, центр и намерение, которое в этом центре проводится, это дать информацию. Информация полезная, поскольку она востребована сегодня. Как мы примем эту информацию, это уж дело каждого человека. Но, во всяком случае, мы даем совершенно беспристрастно. Степень подготовленности тех людей, которые берут эту информацию, вот как раз-таки об этом и идет речь. И вот когда-то очень давно был человек, который считается аватар, его звали Йог Патанджали, и он написал такой трактат, который называется «Йога-сутра». И Сергей Мельников как раз-таки следует этому трактату и сам через себя все это пропускает и ведет программы обучающие. Но главная цель, сейчас Сергей меня поправит, если я могу где-то как-то ошибиться, сказать не так. Главная цель – это все-таки просветление. Просветление имеется в виду, то, чему он нас учил Будда, который стал таки, да, просветленным, который тоже был аватаром. Ну, может быть, методика другая, может быть, пути другие. Но именно соединение триединства тела, дух, душа, body, mind, spirit. И вот об этом и идет речь. Но, Сергей, вот уже теперь мы подходим к конкретной теме нашей программы. Мы все-таки хотим ее продолжить и поговорить о медитации. Поскольку есть люди, которые не ставят перед собой цель просветления, не ставят своей целью прийти к мокше, освобождению, допустим, а ну, просто облегчить себе жизнь. Поскольку с помощью медитации можно найти очень и очень многие ответы, которые у нас есть, они хранятся внутри нас самих. Ну вот, как вы считаете, могут ли люди простые, которые... еще раз, не ставит перед собой целью каких-то высоких материй, достичь этого с помощью медитации, конкретно в применении той методики, которую как раз-таки вы обучаете? Ну, в принципе, вот если говорить о йога-сутрах Патанджали, то я бы сказал, что да, этот трактат близок мне, но я не могу назвать себя точным последователем этой системы, хотя, конечно, очень многое созвучно, это очень многое изменило в моей жизни. Вот. И по преимуществу, да, я следую именно этим принципам, но все-таки это моя интерпретация, да, я внес некоторые правки, я не взял бы на себя смелость быть прямым проводником этой мудрости, потому что есть специальные линии передачи знаний, когда вот эта вот линия ведется от первоисточника и передается только... парампара, да? Честно говоря, в терминах я не очень силен в этой области. Ну, это но именно так линия... она называется, да. Парампара – это то есть от первоисточника, и те учителя, которые ведут эту линию, они как раз-таки вот эти знания передают. Да, вот, то есть я в этом плане не являюсь прямым продолжателем этой линии, но тем не менее я позволил себе
применять в жизни эти принципы. И от этого применения возникло некое новое осознание, новое понимание, которым я и делюсь. Значит, что касается просветления, здесь есть одна опасность, если как минимум одна, да, если человек ставит себе цель стать просветленным, как где-то я видел такой интересный рисунок юмористический, сидит монах, и как бы описываются его мысли. Значит, я медитирую, я знаю, что дзен самый быстрый, мое эго стремительно исчезает, я становлюсь все просветленнее, скоро я стану самым продвинутым в этом монастыре. Вот, то есть часто как бы человек... Самым просветленным. Да-да-да. Когда человек стремится к какой-то цели, которая ему мало понятна, есть очень велик риск, что он ее подменит чем-то более понятным, да, то есть некой идеей своей просветления, и, соответственно, он будет стремиться к этой идее. И когда, соответственно, практика его двигать в эту сторону, он будет удивлен тем, что результаты либо их не будет, либо они будут отличаться от его ожиданий. Поскольку он внес уже, можно сказать, искажение от себя в этот путь. И есть еще одна фраза, которую я тоже взял на вооружение после некоторого личного, в том числе, опыта. Фраза, вот, к сожалению, не помню, кому из просветленных мастеров принадлежит, но звучит она так. То есть, как бы диалог. Мастер, скажите, что от страданий? Великое просветление. А что является причиной страданий? Желание великого просветления. Да, то есть, когда человек хочет достичь просветления, часто это его желание само по себе идет от эго, и под просветлением он подразумевает усиление себя, усиление вот этого своего «я», не единство с миром, а усиление вот этого своего «я», своего влияния, безопасности, защиты, поскольку это самое крутое, что можно получить, вот, то есть, а вовсе не как сказать, служение всем существам, как Будда это проповедовал. Человек хочет, чтобы ему служили, как просветленному. Причем не факт, что человек сам это может осознавать в полной мере. Он может искренне убедить себя в том, что на самом деле он стремится к просветлению, хотя он, допустим, стремится к доминированию. Просто к тому, чтобы стать лучшим в той или иной сфере. Или притязать на какие-то те или иные способности. В принципе, эта мотивация, она по-любому даст человеку какой-то опыт. И так или иначе, эта мотивация должна претерпеть изменения. Я и сам не исключение из этого правила, и начал я путь, опираясь на свое эго, именно на свою отделенность, на то, чтобы получить какие-то личные преимущества. Хотя тогда я не называл это еще просветлением. Но чтобы... И это довело меня до какой-то, скажем так, границы, но у этой границы либо меняется мотивация, то есть по-другому начинаешь понимать это самое просветление, либо как бы получаешь, соответственно, откаты и дальше не двигаешься. А поскольку в этом мире невозможно как бы стоять на месте, либо развиваешься, либо деградируешь, то идет уже какое-то саморазрушение. Да, Сергей, я хотел бы добавить, наверное, еще одну, с моей точки зрения, опасность. То есть постановка какой-то цели уже неприемлемо, потому что если говорить о учении Будды, то цели вообще никакой не должно быть. Она должна быть цель, естественно, у нас и всех должны быть цели, но она не должна являться цель ради целей. То есть учение Будды и есть уход от любых целей, то есть от отождествления самих себя с чем-то или с кем-то. То есть мы есть души, и душа имеет только одно качество. И вот в духовном мире это качество и как раз-таки используется и применяется. Вот как перейти в этот духовный мир? Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть вот упорное стремление дойти к этой цели и мешает. Туда как раз включено то, что вы и говорите. То есть эго, во-первых, есть цели, у каждого свои цели, у каждого есть свои мотивации. У кого-то есть мотивация стать самым просветленным и самым крутым в монастыре, у кого-то есть мотивация стать просто крутым и так далее. И очень и очень немногих людей, даже если мы возьмем такого
великого человека, как Саибаба. Ну, это неоднозначная фигура, но тем не менее были вещи, когда, скажем так, он провозгласил себя богом. А, так сказать, в ведических канонах, в ведических трактатах нету имени Саибаба как бога. Там есть следующий, который придет нам на землю, это будет Калка. А до сих пор, ну, если следовать еще раз ведическим знаниям, ведическим трактатам, то вот перед этим был, ну, мы знаем, Кришна был, потом Господь Чайтанья Махапрабху, а вот следующий уже будет Калка. Это когда уже мир будет, в конце концов, ну, завершается, цикл должен завершиться. Вы согласны с этим, скажем, с этой опасностью, что постановка целей и есть главная проблема? Может быть. Пожалуй, да, поскольку цели, они ставятся на базе того, что мы можем себе представить. То есть мы не можем поставить цель, которую себе никак не представляем. Да? Вот, а значит, мы находимся в сфере известного, можно так сказать. То есть мы как-то все равно, если мы ставим какую-то цель, мы находимся в сфере ума. А путь к духу, он лежит за пределы ума. Но прежде человек, чем человек выйдет за пределы ума, он внутри этого ума, так сказать, идет. И на каких-то первых этапах эти цели, они, ну, как-то двигают человека, потому что крайне редко приходит кто-то, вот, грубо говоря, когда дух его коснулся, и он действительно, вот, как сказать, то есть он движен духом и действительно хочет за пределы ума выйти. То есть это действительно вот проходит этот импульс. Вот. Но в основном люди начинают с каких-то вполне понятных мотивов, что они чего-то ищут, даже чего не могут сами объяснить для себя. И опять же, по своему опыту, по опыту многих людей, которые сейчас ко мне приходят, это, ну, довольно частое явление, и я бы сказал, это неплохо. И человек, двигаясь от цели, в конце концов, может осознать, что на самом деле настоящую цель невозможно сформулировать и поставить как бы для себя. Да, можно, как сказать, использовать как ориентир состояния чьи-то там или смутные ощущения, вот эта внутренняя направленность, которую очень сложно оформить, и она постоянно меняет форму. Как только ты решил, что ты понял, тут же возникает осознание, что это лишь часть и так далее. То есть, я бы сказал, что единственный способ для меня, наиболее эффективный, который я для себя нашел, это казалось мне открытием, которое я совершил одно время. Но потом я увидел это в трактатах древних, что это давно уже все описано и так далее. Это остановка мысли. То есть, потому что цель, постановка цели – это тоже мысль. И, соответственно, единственное, когда ты начинаешь останавливать мысль, то это и освобождает от всех целей, но в то же время дает некую большую полноту бытия. Из этой полноты, в принципе, ум тоже наполняется и возникает своего рода двойная жизнь. Одной частью ты чувствуешь вот это вот высшее «я», другой ты живешь в этом мире, и ум, он, в общем-то, призван, как сказать, его основная функция – это жить в этом мире, то есть обеспечивать функционирование в мире, в трех нижних мирах, словно говоря, физически, астрально, ментально. Вот, в этой сфере, да, он эффективен. Но когда мы идем в дух, там совершенно все другое. И, соответственно, если ум человека слишком беспокоен, если он отягощен множеством проблем, то в эту глубину он не проникнет. И первое, с чем человек сталкивается в процессе медитации, это вот расслабление всяких своих внутренних стрессов, напряжений, неправильных взглядов. И это, в свою очередь, поскольку это еще находится в сфере ума, оно увеличивает эффективность человека в этом мире. То есть ум чистый и более гибкий, более осознанный, он более эффективен в решении любых задач, которые человеку нужно решить. Поэтому первые плоды медитации, если они, если человек идет правильно, пусть даже от эго, пусть он не святой,
Это освобождение от стрессов, вплоть до излечения от каких-то психосоматических заболеваний. Ну а если глобально, то, наверное, все болезни от нервов. То есть начало-то в мысли. Если мысль расслабляется и приходит в гармонию с окружающим пространством этого мира, да, не духа за пределами проявленного, а хотя бы вот в сфере ума идет гармонизация, тогда это приводит к оздоровлению, увеличению эффективности, росту осознанности и часто к некоторым, в том числе, экстрасенсорным способностям, как некий побочный эффект. И у человека на каждом из этапов возникает выбор. Он либо акцентируется на эффективности в этом мире, либо он делает следующий шаг. А следующий шаг – это всегда в неизвестное. Но вот на первых шагах вполне приемлемы человеческие мотивации, и, можно сказать, это некая игра, в которую играет дух с нами, он позволяет нам следовать своим целям и получать результаты, пока, наконец, сам не коснется нас внезапно, неожиданно, так сказать, и это будет подобно смерти часто. Это пугает, потому что это нечто не от мира сего. И многие просветленные, они, ну вот, например, Рамана Махарши, насколько я знаю, еще какие-то люди, они говорили о том, что началось все с того, что они ощутили смерть. То есть то, что как бы разрушило все их, как сказать, не только убеждения, но и, как казалось бы, сама жизнь подходит к концу. Вот. И я бы сказал так, что трезвомыслящий человек сам этого никогда не захочет. И в этом плане есть, конечно, люди странные, не вполне адекватные, которые стремятся к саморазрушению, и в том числе самоубийцы, да, которых вот «да, я хочу умереть, хочу исчезнуть навсегда» там и так далее. То есть нормальный, адекватный человек, он, в принципе, может приступить к практике медитации, основываясь на каких-то практичных целях. Типа, ну, избавиться от стресса, стать более эффективным, и это у него получится. Другое дело, что сможет ли он шагнуть дальше. Потому, сделав шаг, ты начинаешь видеть, что дальше. И для тебя это дальше, да, оно перестает быть абстракцией, и, скажем так, меньше шансов впасть в иллюзию. Отсюда говорится о ступенях всяких состояний. Сергей, я соглашусь с вами, но здесь есть момент. Вы только что сказали такую фразу, что будет дальше, пойдет ли он дальше. Ну, да, но, может быть, ему и не надо идти дальше. Опять же, если мы будем считать наше тело как, скажем, школа, колледж или институт – это наш майнд, а уже наша душа или дух – это уже, скажем, там, академия. Так вот, пойдет ли он дальше, зависит от того, во-первых, от результатов, которые он получает, а во-вторых, от степени его готовности. Потому что, может, ему и не надо идти дальше. Кто-то ставит перед собой цели, и на этом он заканчивает, скажем, этот этап. А потом он, если ему нравится, он идет к следующему этапу. Поэтому, может быть, есть смысл как-то пошагово все это делать. Ну, к вам, наверное, тоже обращаются люди, не только те, которые хотят получить на конечном этапе мокшу, освобождение, просветление, а те люди, которые хотят получить какие-то реализации в этом материальном мире. Безусловно, безусловно. То есть я совершенно не против того, чтобы человек достигал целей в этом мире. И тем более, что для меня самого, я не могу сказать, что просветление окончательно понятно, что это такое. Да, я и сам... Как бы я бы не сказал, что я полностью свободен от влияния ума. Вот. Поэтому, как бы, ну, я, по крайней мере, понял, что я в уме. Как это? Я знаю, что ничего не знаю. Ну да, но я хотя бы это знаю. Вот. Соответственно, значит. Так что здесь вполне приемлемо сначала решение своих, так сказать, нормальных проблем. Но важен сам вектор на успокоение ума. Как далеко человек зайдет, это уже зависит от очень многих факторов. Мне часто задают вопрос, вот какой у меня потенциал, какие у меня способности, далеко ли я смогу зайти. Вот для меня это до сих пор загадка. То есть я не могу определить, как далеко человек пойдет, потому что на моей памяти был ряд очень интересных случаев, когда человек вроде бы талантливый, со всех сторон одаренный,
вдруг внезапно перестает бросать практику и там по каким-то причинам ведет какую-то жизнь весьма посредственную, с моей точки зрения. А с другой стороны, я видел, как люди, ну, ничем особо не приметные, вроде бы как без талантов, но, тем не менее, в какой-то момент они начинали развиваться и достигали достаточно серьезных результатов. Так что здесь только практика показывает, как далеко человек готов зайти. И в этом плане я не оцениваю уровень учеников, и у меня нету, скажем так, какой-то чуткой иерархии в проектах, да, что вот ты первого уровня просветленный, ты второго, ты третьего. Вот, потому что я стараюсь, как сказать, предоставлять дух человека через самого человека решать, как далеко он хочет зайти и на каком уровне реально он находится. То есть это показывает реальная ситуация. К тому же у меня опять же опыт, да, я был в разных школах, в том числе в школах, которые, учителя которых позиционировали себя как просветленные. И надо сказать, что само вот это вот позиционирование, ну, оно всегда проще реальности. И с одной стороны, модели, то есть, что есть просветление, как к нему идти, без модели совсем непонятно вообще ничего, то есть, должно быть объяснение. И у меня они тоже есть, скажем так. Но как реально будет складываться ситуация, тут, конечно, каждому свое, и очень разные люди приходят заниматься практикой и, соответственно, достигают очень разных результатов. Но многие действительно смогли решить свои насущные проблемы, в том числе очень тяжелые, включая смертельные болезни. То есть был случай, там один из, что человек начал практику от полной потери смысла, вот, и в том числе, будучи... На физическом уровне, да, он был болен, да? На физическом, да. Ему врачи поставили неизлечимую болезнь, диагноз. Ну, не то чтобы она там быстро приведет его к смерти, но она считается неизлечимой вообще. Вот. И в итоге он занимался практикой, занимался, и вдруг там через какое-то время приходит врач, он говорит: а, мы ошиблись, у вас не является неизлечимая болезнь, что-то там изменилось в нем, и в нем эту болезнь перестали видеть. Вот. То есть бывает и такое, но это, конечно, как бы единицы меров. Вот. Но, по крайней мере, это действительно избавляет человека от ряда проблем, поскольку... Когда меняешься ты сам, меняется ситуация, меняется тело, включая самую, что ни на есть, казалось бы, костную материю. Все это возможно, все это допустимо и даже хорошо. Угу. Ну, очень интересно. Скажите, как часто ваша именно практика, ваше учение, вот вы привели пример, в который являлся как бы исключением. Ну, а вот насколько комфортны те люди, которые уже прошли ваши программы, в том, что они делают, общаетесь ли вы, и какой следующий тогда шаг, допустим? Ну вот, прошли ваши курсы, вы как бы чему-то их обучили. А чего дальше делать-то? Дальше, как правило, то есть в чем суть того, чему я обучаю? Я обучаю человека слушать свою душу. Вся практика, она построена именно на этой главной мотивации, чтобы человек со своей душой начал взаимодействовать напрямую. И человек посещает курсы ровно столько, сколько ему это необходимо. Он может приходить, проходить не один курс, много раз приходить. И, соответственно, как бы настраивать вот этот контакт в процессе. А дальше душа начинает руководить его жизнью. Следующий шаг, который может быть и параллелен обучению дальнейшему, это когда он вкладывает душу в дела свои, да, то есть он раньше, как сказать, когда он, у человека нету этой связи с душой, ну, более-менее ясной, он действует от каких-то программ ума. Когда душа начинает проявляться все сильнее, то, соответственно, любое дело, которое он делает, становится очень душевным. Вот, то есть он становится творцом, грубо говоря, своей жизни. Это следующий шаг. Да? То есть он как бы создает некие ситуации, реальности, дела свои, ведет по душе. Путь сердца, есть такой термин. Карлоса Кастанеды, у которого я тоже многому научился по его книжкам, по крайней мере. Вот, то есть, и
Часто бывает так, что человек, проходя обучение, он испытывает всякие потрясения, связанные с тем, что разрушается его привычный уклад жизни, поскольку когда проявляется душа, все, что ей не соответствует, оно ускоренным образом разваливается. Нелюбимая работа, там еще что-то, какие-то дела. Вот. Но зато вместо этого приходит нечто новое, что с душой согласуется, то есть гораздо лучше. И вот это вот частый как раз пример, когда люди по-другому начинают действовать в этом мире и вести дела с позиции души. Причем не столь важно, какое дело, потому что разные люди, они там кто-то бизнесмен, кто-то врач, кто-то там артист, актер, есть там разные люди. Но он начинает действовать от души, и это меняет его жизнь дальше. Вот, это следующий шаг. Некоторые, в принципе, они тоже начинают двигаться в сторону вот именно продвижения знаний, создают какие-то свои проекты обучающие. Такие примеры тоже есть. Это уже их творчество. То есть следующий шаг – это творчество в гармонии со своей душой. И, соответственно, этот шаг, он тоже может длиться разное время, вот, может быть, всю оставшуюся жизнь, может быть, несколько лет, и дальше, возможно, когда уже идет некий, ну, какие-то другие вещи. Означает ли то, что человек, пройдя вашу программу, уже сам по себе может функционировать, и он уже не нуждается ни в каких других программах, вашей в частности? В принципе, да, такое возможно. Хотя сам я, уже преподавая, тем не менее учусь иногда. Это уже на усмотрение человека. Кто-то считает, что этого вполне достаточно и больше ни у кого никогда не учится, он только действует. Кто-то еще ходит не только ко мне, к другим учителям, одновременно с моими проектами. То есть я здесь не делаю акцента на том, что только у меня обязательно учиться и что моя программа, она несовместима с остальными. Вполне можно заниматься у разных учителей. Вот. И даже после того, как достигнут более ясный контакт с душой, обучение тоже может быть позитивным. Бывает так, что есть попутчики, вот люди, которые сходны со мной по качествам, и потом поддерживаем долгие отношения, либо они в проектах там долгое время участвуют, периодически приезжая на семинар просто от того, что им хорошо. Не то, чтобы они там что-то прям совсем новое для себя могут подчеркнуть, но они находятся, так сказать, в дружественной среде, и эта среда поддерживает их, дает им некий плюс. Вот. Кто-то, просто мы с ними как дружеские отношения поддерживаем, делаем какие-то совместные проекты, то есть там по-разному может быть. Так что после обучения много вариантов, и в том числе участие в других программах или в каких-то вещах, которые я даже и представить не могу. Понятно. Сергей, ну, к сожалению, наша программа уже подходит к концу, и мы должны скоро со всем попрощаться. Наверное, у меня будет к вам последний вопрос. Вы говорите, вы тоже учитесь. Ну, это понятно, мы все учимся, пока все-таки мы находимся в этом воплощении, в этой материальной действительности и в этом материальном теле, нам надо учиться. Вот когда мы уже освободились от всего этого, тогда как бы мы уже достигли вершины, правильно, просветления, и тогда просветленным, ну, надо, наверное, учиться, только это уже другой уровень, да, это уже другой духовный, будем говорить, мир, значит, но до этого надо дойти, безусловно. Но вот люди, которые к вам приходят, это же не только медитация, или это все-таки медитация и возможность беседовать со своей, как вы сказали, душой? Но если люди пришли к вам и прошли ваши курсы, скажите, получают ли они, как вы считаете, возможность беседовать со своей душой? Это означает знать истинные намерения и делать то, чего не подвластно человеческому, допустим, просто телу, которое не... Ведь душа — это что же своего рода интуиция. То есть можно сказать, что они становятся как бы магами и волшебниками своей жизни, если перефразировать. Вот появляются ли у человека, который к вам приходит, вот такие качества? Пожалуй, да, но не скажу, что у всех. Потому понятно, что не у всех.
Но появляются, Но безусловно. возможность такая есть, потенциал такой есть. И у вас есть действительно какие-то примеры, чтобы в качестве подтверждения, ну, не вас самого, но тех людей, которые прошли ваши программы. Да, таких примеров предостаточно. Вот один я привел, вот такой самый кардинальный, связанный с излечением от болезни хронической. Также есть вот, например, кто там у нас еще? Ну, вот прямо сейчас так сразу даже не вспомню. Ну, какой-то ну, один вот просто есть... случай. Есть один человек, вот, который довольно долго обучался, ну и сейчас у него свои проекты, то есть он сменил, ну это бизнесмен, бросил свой прежний род занятий, вот, и занялся теми проектами, которые ему приятны. Хотя бизнес ему тоже был приятен раньше. Но когда изменилось его состояние, он занялся другим, он начал там обучать людей, ну, не медитация, а правильному здоровому образу жизни и так далее, и сам его ведет. Как бы вот ну, есть такие примеры. И таких этом... примеров довольно много. Да, в этом нет, собственно говоря, ничего плохого, по-моему, это нормально, то есть его предназначение, ну, как минимум на этом этапе, я не буду говорить про всю жизнь, но на этом этапе именно таково. Поскольку все-таки, если он научился беседовать со своим высшим «я», то, наверное, высшее «я» ему сказала: сегодня тебе надо делать это. Ну, то есть это вполне нормально. Плюс, если он сам изменил себя, свой образ жизни и ведет себе совершенно здоровый образ жизни, и люди, которых он обучает, то же самое добивать чего-то. Чего ж плохого-то? По-моему, это как раз нормально. Это очень хорошо. Хорошо, Сергей, большое вам спасибо. Я знаю, что вы очень занятой человек. Этим и связано то, что наши программы происходят ну, не так часто, как, возможно, нашим радиослушателям мне лично хотелось бы. Но, тем не менее, по мере возможности мы будем продолжать встречаться. И, дорогие друзья, я вас приглашаю слушать наши программы. Кто имеет такое желание, подписаться на канал YouTube, где эти программы выставляются. И, в общем-то, можно посмотреть и на Сергея, может, даже немного на меня, хотя я тут, так сказать, вспомогательный человек, то, пожалуйста, это SunGates Radio на YouTube, ну и тройное www.sungatesradio.com, телефон 847, код страны 1, 1-847-226-9956 и Skype SunGates 108. Всего доброго, Сергей. Спасибо вам большое за ваше участие в программе. Да, спасибо вам. Всего доброго. До свидания.